Да, всем здравствуйте, кто присоединился к стриму. Сейчас буду заниматься заточкой. Кто смотрит это видео, большой всем привет. Вот такой вот лутбокс был в прошлый раз. Сейчас буду точить все, что мне выпадало в прошлый раз. Ссылка на сервер будет, как всегда, в описании. И нужно было предупреждать, и он бы не точил. Я только что дал ему колечко. Но стой, подожди, не убегай. Не обижайся, иди сюда. Я сейчас быстренько догоню малюточку, а то он... огорчиться. Ссылочка под, на сервер в описании, вы можете зайти туда, посмотреть, что это за сервер, побегать, написать в Discord админу, что вы пришли от Сайлона, и получить премиум-аккаунт на неделю. А мы с вами сейчас будем заниматься великолепным делом. Точить, точить, еще раз точить. Так, сейчас я положу это все сюда. Игра, там же написано, игра же предупреждает, что пропадает, действительно. Когда ты точишь вещь, там же написано, внимание, дальнейшая там заточка вещей может привести к полностью ее потере. Ну, чего ты, что ты там придумаешь? Ты все знал. Просто захотел развести меня на колечко. Ну что ж, точим. Сделал я релок, надеюсь, мне это поможет хоть как-то. Не понимаю, откуда лаги. Вроде бы все было хорошо, и вот опять. Сейчас сначала властители, конечно же. Вот, видишь, такое окошко, когда выдает предупреждение. При неудачной модификации предмет будет уничтожен или разобьется на кристалл. Продолжит. Ну, видимо, ты нажимал и не обращал внимания. Не-не, забирай себе кольцо, оно мне не нужно, не переживай. Все хорошо. Я не чувствую себя обманутым. На битву орков можно слетать, но проблема битвы орков в том, что там слишком сильные мобы. Да, проиграть вину было бы невероятно обидно, конечно. Но, слава богу, я пока не проигрывал. Очень много кукол у меня, как видите, орфина. Да, кстати, еще и будем синтезить с вами куклы. Опять же, будет невероятно обидно, досадно. Но ладно, если у меня ни одна из этих кукол еще не синтезнется. Но это же просто будет какое-то посмешище. Но я, конечно же, я уже понял, что лучше пихать все это в коллекцию сначала. А потом уже пытаться точить. Ну, властители я не рассчитываю, честно, типа, я не рассчитываю, что хоть один властитель зайдет там на 6 или что-то типа того. Потому что властители такая капризная штука, как и венец. Точится очень плохо. Проблема только в том, что очень много денег на точки уходит. По мне так лучше бы они все сгорели на 1, чем сгорели бы все на 5. Потому что 4 точки мне жалко в никуда пихать. Ой, еще символ защиты есть. Наверное, я, может быть, даже символы защиты поточу за печать Герана. Набеси в одно окно только можно? Да. На этом сервере можно только в одно окно. Слушайте, ну если попасться на Твина, ему еще проиграть, конечно, это будет очень большая печаль. Ну, на 4 заходит. Кое-как заходит на 4, 5 пока нет. Ну... типа, сколько было историй малюта, которые играли и рандомно заточились 10-й плащи, там 10-й властители. Они не делали себе никакие лесенки, они просто спокойненько вот так вот стояли, долбили этот талисман, и он зашел им, у них на 10. То есть, поэтому я в эти лесенки все тоже не верю. Есть либо-либо, то есть, либо как бинир. Вон, за 300 осколков у меня там бинир готов. Так, мне нечего тебе дать, к сожалению. Потанцевать решил просто. Еще и поиграть, да. Ну вот, 20, сколько, 50 кака улетело в никуда. Я сейчас немножко поменьше возьму в этот раз. Ой. Ну, на агатионы только надеюсь, на самом деле. И на куклы, потому что властитель 5 меня уже устраивает. Буду ждать акции, где эти властители 5 будут выпадать прямо в акции. Лучше бы, кстати, он сделал бы в шопе, чтобы за печати можно было покупать 4, 5 и сразу вещи. Тогда было бы смысл в этих... а печатях прям очень большой. Люди бы реально за эти печати там жаждали себе сделать четвертый, например, вещи сразу. Но я еще оставлю немного себе монеток. Сколько у меня их там? Ну, совсем немного. 11 тысяч осталось. У меня твины сейчас еще нафармят. И буду точить себе пояса. Потому что пояс мне тоже надо хотя бы 6 какой-нибудь сделать. В остальном у меня все хорошо, в принципе. Я так посмотрел. Еще бы Хардина в пушку вставилось бы. Было бы тогда еще лучше. Еще с Хардином совсем беда какая-то, невезение.
Так, что у нас? Ну, пока, ну, властители, то есть, идут по плану. Я так и не рассчитывал на властитель, просто поточил, а мало ли. Но очевидно, чтобы было больше пятого властителя или шестой, там, седьмой, нужно очень много властителей. Они точатся, говорю, очень и очень плохо. Так, следующим, наверное, гатионы будут за Денку-то. Видите, они до четвертого доходят. Кстати говоря, можно было коллекцию закрыть четвертым властителем. Зря, наверное, их сточил. Столько штук. Надо было просто коллекцию закрыть. Попытаться с четвертым властителем. Надо посмотреть, что там вообще за коллекция с четвертым властителем. Вот он предлагает постоянно. Но не дает. Коллекция у меня вообще не закрыта. Сделана очень плохо. Коллекция — это очень важная вещь. Там на коллекции можно 1500 себе PDF сделать. Чтобы вы понимали. Вот и все. Сказочки конец. Дальше мы с вами делаем что? Дальше гатионы, скорее всего, пойдут. Не скорее всего, совершенно точно. Сейчас я закрою коллекцию, кстати говоря, еще с агатионами. По-моему, там все агатионы нужны. Так что это такое за гадость? Ну ладно, сейчас все агатионы запихаю. Седьмой, скажите, седьмой, напишите кто-нибудь, седьмой тяжело делать? Мышцы мини плюс 1%. Что себе, седьмой желе духов тяжело вообще делать? Там, как это вообще? Я ни разу не делал. Так, агатиончиков у нас, блин, примерно столько же, сколько властителей. То есть где-то минимум, они еще, смотрите, 12, 24, 36. То есть минимум 100 точек уйдет, чтобы их только сделать на 3. Боже, ну, так много аден. Давайте будем последовательными. Мне нужно в первую очередь вот эти вот агатионы, поэтому я сейчас только для этих агатионов куплю точки. Остальные уже будут приятным дополнением, скажем так. Такой хэппи-энд, да, там берете массаж, а вам конец приятное дополнение делают. Так, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 на 3 это... Ой, это тяжело. 36, 46 плюс 8. 54, ну да, где-то сотки хватит, то есть... Сотку покупаю, а дальше уже на что чего хватит там. На то и вдолбим. Блин, конечно, точки попускают на деньги просто сильнее, чем сундуки. А как красиво я разложил агатионы. Они все в кашу решили пройтиться. Ну, какой агатион, скажем так, выживет после пяти, тот и пойдет сюда слотом ко мне. То есть это либо будет радость... А, ну вот он выжил. Даже на 6 зашел сразу. Ну все, вот он идет слотом. Конечно, он мне вообще не нужен. Мне больше нужен радость. Ну давайте теперь до 7 ее так долбить. Пока какой-нибудь на 7 типа не зайдет. Ой, ну радость сразу лопнуть решила. Хотя мне радость 7 была бы гораздо полезнее. Она и опыта дает там. Она и хп дает, который мне сейчас очень нужны. Типа маг супер тонкий. Хотя ему дали тут блес бади, который 35% хп дает. Но все равно это маловато. А ты на 77-м левеле на Олимп идти, по-моему, не можешь, если не ошибаюсь. Тебе нужен все-таки... Так, я думал, это 7-й будет агатион. Тебе нужен 80-й, по-моему, уровень, чтобы пойти на Олимп. Поэтому точнись. И вперед, дерзай. Что это дает нам? Расход МП. Ну, совсем смешной. Скорее всего, если еще раз радость дает на 6, я просто их поменяю на радость. Потому что... Ну, какую-то прибавку, вот я не понимаю, типа, про чела, мне кажется, самый слабый агатион из всех. Очень плохую прибавку дает. Зузу устал смотреть на этого канале и просто улетел отсюда. Ну, сейчас еще колов продадим, может, денег сделаем аденки, потому что на точке улетает все просто до свидания. Очень-очень дорого стоит, я имею в виду в плане точек. Так, 6. Нет, не пошел на 6, жаль. Я уже что-то думал, сейчас на 6 пойдет, уже обрадовался. Нужен всего лишь 1/6 радости, и я буду считать, что это за точка удачная. Отлично, все. Все, можешь прочела, можешь валить. Можешь валить. Нет, им даже на 8 не нужен. Отлично. Ну вот, смотрите, вот это уже понимаю, то есть... На 2% хп, мп и всего остального, бонус опыта. Ну, это получше, чем там плюс 30 скорости атаки, плюс 30 скорости каста. И 2% расход мп. Ну, это типа вообще пустота. Здесь хотя бы хп и поможет мне выживать, плюс опыт будет давать там накачу, ну, хотя бы что-то, да, действенное. Здесь у меня и так кап скорости атаки, скорости магии, извиняюсь, не скорости атаки.
И, ну, мне это вообще не нужно. Ну ладно, седьмой давал по 50. Даже это по 50, мне кажется, несущественным. Так, техническая пауза. Мне там нужно было издать звук, который я не хотел, чтобы вы слышали. Сейчас я открою окошко, а то я здесь задыхаюсь еще. Мышка улетела куда-то, своей жизнью живет. Ну вообще, в идеале агатионы какие-то седьмые и восьмые нужны. Но до них еще мне жить и жить, потому что шансы тоже какие-то на агатионы, возможно. Точка спустил самый ненужный агатион. А, ты прав, да, я за тупок спустил точки на самый ненужный агатион. Когда в моих действиях вообще наблюдалась логика, Андрей, вы о чем? Я же тут еще человек. Ну, мне нужно колы продать. Тогда я смогу поточиться дальше. Давайте попросим шейхов купить у меня колы. Ну вот это 10-й, это попахивает 10-м агатионом. Ну, конечно, обидно, что радости на 7 не пошел, было бы прям легендарно. Слушайте, ну, на 6 идет очень неплохо. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, давайте вот так вот, наверное, эти оставлю на лучшие времена, когда деньги появятся. То есть, 75, какая все-таки жалко, нет у меня столько адены. Дайте адены кто-то. Купите у меня колы, хватит там ерундой какой-то заниматься. Наверное, я больше не буду сейчас открывать временно, не буду очистить ягницы, оставлю немного адена для рандомкрафта, для всего остального, потому что я чувствую, мне не хватит. Сейчас еще печати сделаю, камни посинтезирую с вами. В принципе. И, конечно же, куклы. Куклы надо посинтезить. Да, я, наверное, оставлю эти агатионы на лучшие времена, потому что адена совсем нету. 135к адены в 5 минут. Ну, это великолепно просто. Ты так скоро нафармишь себе уже... Опа, почем колы? Ну, 400... Я пишу ВТС, кол 450к. Он мне пишет, привет, почем колы? Ничего не поменялось. Также по 450к. Ой, кто-то покупает по 150 кол первые куклы. Ну, первые куклы сейчас будут в супер цене, как я уже сказал, просто потому что их нельзя будет больше получить. То есть, когда акция закончится. Сначала делаю коллекцию, как я и говорил ранее, с куклами. Потом уже все остальное. Потому что коллекцию с куклами один раз закроешь и забудешь. Там где-то две куклы надо будет мне потерять. Вот это я затупок. Ой, я затупок. Не закрыл эту коллекцию, посмотрите. Продал куклы. Не повторяйте моих ошибок. Так, это что у меня закрылось? Это, по-моему, кукла Закина мы потратили. Надо вот это обязательно сделать. Надо будет где-то эти куклы еще скупить, посмотреть на рынке. Да, конечно, тут, конечно, я дурачил еще тут. Ой, забыл. Бывает. Ну, в принципе, все остальные важные. Что там еще есть у нас? С двумя орфенами ловкость, мудрость дает плюс один. Ну, да закрою, конечно. Ну, типа... Ну, вот сейчас у меня все сгорят просто. Логика такая. У меня сейчас все сгорят. Я останусь вообще без всего. Выносливость. Да и выносливость можно сделать. Я останусь вообще без всего тогда, если все куклы сгорят. А так хоть с коллекцией останусь. Единственное, что Баюма жалко пихать в коллекцию, а Баюма коллекции нет. Ну все, теперь можно спускать куклы. Посмотрите, как горят бабки просто. Ой, Баюм первый остался просто, блядь. Второй пошел. Ой, Закин остался. Сейчас, блядь, они вообще не точатся. Я не знаю, шанс 0%, блядь. Хорошо. Все, блядь, еще и можно продать одного орфена. Ну, посмотри, ну это все равно посмешище, я считаю. То есть, это все равно посмешище, это очень плохой результат. Вы видели, сколько было кукол? Это было очень плохо. Единственное, что я сейчас в ВТТ смогу, скорее всего, сделать. Давайте я сразу вот сюда запихаю эту куклу, чтобы забыть про нее. Единственное, я сейчас в ВТТ буду делать себе второго орфена на второго Баюма. Ой, да, конечно, жестко попускают меня куклы. По
Подари вторую. Чел, ну ты издеваешься, подари вторую хренту. Нет, не подарю. Так. Шпинели. Шпинели это хорошо. Ну, на три. Отлично. Еще один трай шпинели будет. Не расходимся. Не расходимся. Трай шпинели будет. Ну, конечно. С серпом по яйцам, чтобы проснулся. Что у нас дальше? Ну, цирконы, разве что все это сточить, но это все, наверное, того даже не стоит. Ну, кораллы еще попробуем. У меня там плюс свои какие-то кораллы были. Второй коралл где-то лежал там в ВХ, по-моему. Если я не ошибаюсь. Давайте глянем. Так, где-то у меня был второй коралл же. Может быть, уже и нету. А вот он и был. И один трай будет на коралл. Ну, четвертый камень. Хотя коралл сам бесполезный камень. И он тоже не пошел. Ну, там, видимо, как-то очень много траев нужно. А, пооткрываю все эти вот... Сейчас быстренько сброшу. Сброс сделаем. Посмотрим, сколько выпадет штормов. А, еще или монетки падают? Ни хрена себе. 300 эль монет с каждого, я даже этого не видел. Ничего себе, мне там эль монеток нападало. И 280 штормов всего. Но 21 тысяча эль монеток. Ничего себе. Вот это, конечно, великолепно. А, ну... По одному камню эволюции стихий. Ну, подойди сюда, да, ладно. Так. Разбирают все, что есть, все, что видят. Куклы. Я огорчен с куклами. Давайте тогда поточим вот это теперь. Очень неудобно эту тему точить, если честно. Каждый раз приходится вот так вот ее выделять. Блин, ну она вот дальше четырех у меня, кстати, и не шла ни разу. Сколько я не пытался, не пыжился. Дальше четырех она мне почему-то не идет. Видите, до четырех как будто идет очень хорошо, а дальше не идет. Сейчас, подожди. Ладно. Но я тебе каждый не дам, так как я человек жадный. Отдам тебе одну такую. Одну такую. И одну такую. Все. А водичку сам найдешь. Так. Водичку попросишь у... Кто там маг воды, я забыл. Короче, ты понял. Вот, блин, как неудобно, как они не продумали эти хардины, эти талькиады, на какую-нибудь вторую галочку не хватает, типа точить до талого называется. Точить один и тот же. Поставил галочку, тогда самый большой уровень тебе выпадает сюда. Давай, ну типа, серьезно, сколько их нужно потратить? Сколько нужно хардинов, чтобы точнуть хотя бы один на 6? Это очень жестокий камень, конечно. Что там за шансы? 0%, типа... Вау. Я никогда, кстати, этого Хардина не точил больше, наверное, 7 руками. Вообще никогда. То есть, сколько я на него потратил. А он здесь даже больше 4 не идет. Какой-то чизданутый камень, честно говоря. Типа, скорее всего, его тоже придется просто покупать за колы. Потому что точить его это какое-то насилие. Либо просто просить у клана, там, когда пойдем на Накима какого-нибудь, чтобы мне выделили. Хотя там столько ртов, что я даже, ну... Ничего не прошу у клана. И все, закончилось. Блин, ну это какое-то мега позорище с этими хардинами. Просто мега позорище. Что, он ничего не дает еще, что ли? Ну вот, да, кто-то больше 100 штук затащил, потратил, не заточилось. Что? А... да пофиг, я поставлю четвертый себе. Ранг Б, 16 штук. Ну, это, конечно, позорище, ну, типа... Бэ. Знаете, я вот так вот буду бегать.
и плеваться в разные стороны. Сейчас быстро поставлю. Еще и кольца Акана, Блэк Свитки. Но это ранга Б, 16 штук. Что я сделал не так? Стоп, я купил себе, как всегда, ранга, наверное. Просто шейх не привык. Шейх не привык покупать себе бэшные гемы. Больше никто колы не покупает почему-то. Ну, магическое и... Ладно, хотя бы там будет давать сколько там? 4%? Ну, хотя бы что-то. С четвертым Хардином бегать. Ну и позорище. Да, маг атаки плюс 4%. Вау. Завидуйте молча, как говорится. Оставим рандом крафт под конец. Сейчас буду с вами... А, что еще хотел сделать-то? Камни. Камни я делать и не хотел, на самом деле. Но вспомнил, что у меня там еще один второй валяется. Может, с камнями хотя бы повезет. С сониксами, то есть. Шпинель вторая еще есть. Да, еще одна шпинель вторая нету, да? Ой, ну давай хоть оникс четвертый уже. Сколько можно-то на 4 ломать это все дело. Ну и попуск, конечно. Бывает хорошие видео, но это не одно из них. Давайте опал хоть какой-нибудь сделаем. На Олимп мне, безусловно, нужен опал. Опал всех наебал, как говорится. Второй опал будет. Чисто сопротивление... чего там? Шоку, параличу, страшение 5%. Просто лучше и не придумать. А, еще можно скрафтить, попытаться вот это вот добро. А еще запечати нужно крафтить. Слушайте, ну великолепное везение какое-то сегодня просто. Что еще могу сделать, прежде чем перейду к заточке шмота? В принципе, куклы сломал все. Как и планировал, все по плану. Точки лучше, конечно же, складировать. Точки лучше складировать, потому что потом их нигде не достанешь. А денег нету, как всегда. Деньги есть. Но вы держитесь, да? Сундучки эти тоже пока закину, и мне особо нужны. А ЛС еще бы хотел повставлять, но пока подожду с этим делом. Бенир у меня и так заточен уже, в принципе. Ну вот и все, похоже. Сказочки конец. Дальше только точить вещи и делать рандом крафт. Да. И ЛС вставлять, конечно же.